Раз, два, три. Обрезали. Всем привет, с вами Мракобес. Сегодня у меня обзор игры Dota Underlord. Dota Underlord вышла только вот буквально несколько дней назад. Все, у кого есть компендиум, могут взять эту игру, купить, закачать всего 1 гигабайт и поиграть. Значит, что здесь суть игры? Суть игры очень даже простая. Тут это дота-шахматы, давайте их так назовем. Потому что здесь вы управляете персонажами. До 9 количества персонажей может быть. Вот. И прокачиваете. Прокачиваете и вырабатываете какую-то стратегию для того, чтобы победить. Вот в данном случае, например, первые раунды начинаются с того, что вы начинаете подготавливаться к игре. Выбираете персонажа. Вот я выбрал Бладсикера. Значит, он у нас относится к людям и к убийцам. Класс людей и убийц. Вот примерно с него мы и начнем прокачивать свою ветку персонажей. Вот первый раунд — это бой с крипами. Очень простой, но я так чувствую. Да, здесь все нормально. Он выигрывает у двух крипов. В итоге мы получаем здесь какую-то вещь. Значит, ожидаем время. Здесь вот получается 8 игроков у нас. 8 игроков. Так, броня, здоровье, камень уменьшает броню цели на 3. Ну, выберем, я не знаю, честно говоря, но выберу уменьшение брони цели на 3. Легче будет ему убивать. Эту вещь необходимо вставить в слот. Все, он у нас. Дальше смотрим. Вот дальше. Следующий убийца. Это получается БХ. Он тоже убийца. Задира. Убийца задира. Ну, давайте его купим, поставим. И они вдвоем будут уже давать преимущество. Вот, обратите внимание. Вот, два игрока. Сейчас выберем. Два игрока убийцы. Нам надо до трех. Три убийцы. Три убийцы. И тогда 10% нанести критический атак. Ну, 300%. Вот, посмотрим. Так. Это опять с крипами. Но, если честно вам скажу, в прошлом своем раунде я играл за силовиков. Они намного лучше были. Ну, посмотрим сейчас, как насчет убийц будет. Так, ждем дальше. Дальше я вам расскажу сейчас так. Вещь берем. Так, скорость атаки, броня цели. Ну, давайте тоже, наверное, уменьшение брони. Так, вставляем слот БХ. Значит, дальше расскажу о том, что вот получили золото. Что с этим золотом делать? Мы выбираем, обновлять можем здесь игроков. Вернее, персонажей, героев, которые нам дают 5 героев на выбор. Обновляем. Вот, вот Акс. В прошлую игру я играл Аксом. Да, это силы крепкий и воин. Хорошую они дают прибавку. Ну, не знаю, давайте выберем Акс. Попробуем. В виде танка пойдет он. Чуть-чуть впереди. Смотрим. Теперь мы играем... А, опять с крипами. Вот, смотрите, получаем, что... Так, мелкие крипы погибают сразу. А, все нормально. Крипов разнесли просто в легкую. Три персонажа, немножко поцарапанные, но все остальное все хорошо. Так, смотрим дальше. В общем, не надо брать разных персонажей, надо брать одинаковых. Одного класса несколько персонажей, как-то их комбинировать. И тогда... Так, что здесь у нас? Ну, давайте тоже броню возьмем. И на Акса поставим то же самое. Что-то нам дает как-то неудачно. Так, смотрим дальше. БХ. Дальше. Вот рассказываю, как прокачивать персонажа. Вот БХ. Раз. БХ 2. И он превратился в двухзвездочного БХ с более лучшими показателями. Вот урона, атаки, броня. Вот смотрим сейчас, как он себя поведет в этом бою. Вот уже мы играем против игрока. О, у него два. Так, два двухзвездочных и один однозвездочный. Ну, я вот так вот сужу пока, знаете, ориентировочно. Ну, в принципе, без особого труда мы его победили. Так, дальше смотрим следующий раунд. Мы получаем золото за победу, естественно. Золото за победу. И обновляются персонажи на
верхней вот этой линии, вот которая вверху. Так, ждем. Сразу посмотрим, какие у нас два убийцы, силовик. В принципе, давайте ждем, смотрим дальше. 6 золота нам дали, обновили. Так, итак, Bloodseeker у нас есть, берем еще одного. И вот в данный момент обновляю. Или же можно дополнительно получить слоты. Ну, слоты нас не интересуют. Так, вот. Джаггер, Джаггернаут. Мы его добавляем к Аксу. Он составляет компанию Аксу. И сейчас, в принципе, силовиков у нас должно быть... Ой-ой-ой, не того... Да что ж я сделал-то, а? Вместо Акса... этого... Вместо Джаггернаута Bloodseeker добавил. Ну ладно, посмотрим. Проиграем так проиграем. Раунд. Хотя нет, смотрите, даже в принципе неплохо мои персонажи отыграли. Отыграли. Чуть не проиграли, но все-таки нормально. Так, заменяем Джаггернаута на... Вот так вот. Все. Вот, у нас теперь сила чуть-чуть увеличилась. Все крепкие существа получают плюс 200 к максимальному здоровью. Вот у нас Акс и Джаггернаут в виде танков будут танковать. Вот, дальше золото нам прибавилось. Смотрим, что мы можем добавить. Так, ну, Ликант. Ликант, он сразу 2 добавляет акции человеку. И давай добавим Ликанта. И добавим, наверное... Один слот. Вот ставим его сюда. Вот, он все повысился. Вот в правой стороне вы видите, что какие у нас дополнительные преимущества. Мы можем их все посмотреть. Так, смотрим. Вот, непонятно. Так, есть минус один. У нас минус шага. У них двое против четверых осталось. Все. Очень даже убедительная победа. Очень даже убедительная победа. Теперь ждем обновления. 14 секунд. И смотрим дальше. Бивин. Ну, не будем пока его брать. Подождем немного. Золото получили. Закупаемся. Так, 9 золота у нас здесь брать некуда. Обновляем. Здесь у нас брать особо тоже некого. Прибавки к убийцам. Добавим вайпер. Да нет. Давайте попробуем еще раз. Ну и еще раз. Все, Джаггернаут. Есть один. Еще одного Джаггернаута, и он у нас будет уже повышен по уровню. Ждем следующий раунд. Так, ну я думаю, здесь особых трудностей не будет. Хотя... Так, минус дровка у них. Минус... Так, еще один персонаж. Все. И Абадон лег. Все мои персонажи живы. Вот вам, пожалуйста, дополнительный бонус. Видите, мои ребята не погибают. Итак, я на первом месте. Сейчас у меня моя жизнь 100 хп в порядке. Вот. Ну, в принципе, пока неплохо иду. Игра заканчивается, пока все вот эти игроки не погибнут, пока у них не закончится жизнь. Каждый проигрыш отнимает определенное количество жизни. Так, смотрим, что здесь. 8 золота. Кого купить? Купить некого. Обновляем. Ну вот, пожалуйста, Bloodseeker стал двухзвездочным, да? Хорошо. В принципе, все даже очень неплохо. Так. Ну все, ждем начала. Оставим эти золотые 3 на следующий раунд. Мы на первом месте, в принципе. В принципе, на первом месте. 4 против 5 моих. 4 вражеских персонажа. Так, у меня минус Акс, но у него уже осталось буквально один шаман, и тот лег. Все. Победа, легкая победа. Дальше смотрим. Значит, с каждым разом золото, по идее, должно увеличиваться, потому что за серию побед беспроигрышных увеличивается количество получаемого золота. И в итоге вы можете потом уже закупать более дорогие, обновляться и так далее. Но вот смотрите, сейчас получим золото. Я вот думаю, может, слот сейчас сделать. Хотя, ну, можно вот бивню купить. Таска.
таска возьмем. Сейчас золото через 3 секунды я получу. И в итоге будет... Вот, пожалуйста, уже плюс 2 за серию побед. Плюс 1 за победу. Так, обновилось. Так, вот, 2. Берем. И слот нам нужен, наверное. Все, слот есть. Таска мы поставим где-нибудь вот здесь. Вперед поставим БХ, таска спрячем здесь. В принципе, расстановка на поле тут как бы влияет. Просто вот вперед идет танк у нас, да? Вот, связь с этими игроками, персонажами. Так, смотрим. Так, ну что, неплохо. Так, погнали. Смотрим, как у них играет. Нормально, минус один у них. У нас еще минус два. Лег на АК. Ну все, легкая победа. Все. Все. Все наши практически на месте. Победа. Итак, идем дальше. Ну, с такими темпами я выиграю этот заход. Эту игру, скорее всего, я смогу здесь победить. Так, смотрим, сколько золота дадут. Обновление персонажей. И вот так из раунда в раунд вы прокачиваете определенную ветку персонажей. То есть берем Акс у нас есть. Да, Акс есть. Это нам не надо. Так, ну что, мы можем слоты взять. Слоты, в принципе, нам тоже не нужны, поэтому персонажи. Здесь брать некого. Здесь брать некого. Вот, пожалуйста, Bloodseeker. Наш игрок, который есть. Так, собираем. Вот так из раунда в раунд мы собираем определенную комбинацию персонажей. Сейчас вот бой с крипами, дадут какой-то предмет, вещь, апгрейдимся и пойдем дальше. Все, все живы наши. Все наши... А, одного убили. Так, поехали дальше. Вот, что выбираем. Так, после раунда, так, в начале боя телепортация не нужна. 50 излечивает. Вот, пожалуйста. Меку взяли. Меку мы можем вручить. Можем вручить. А кому вручить-то? Не знаю, кому вручить. Ну, давайте таску вручим. Пусть он с одной звездой будет погибать и излечивать. Так, по персонажам некого. Давайте возьмем. Ага, понял. Так, раз. Друид. Так, некого. Ну, тут некого брать вообще абсолютно. Все, ждем тогда следующего раунда. Мы на первом месте. Также дальше и продолжаем собирать эту ветку убийцы силачей. Так. У нас плохой выбор. Так. Что-то у нас Акс лег. Ложится Bloodseeker. Нет, Bloodseeker живет. Ну, двое против пятерых. Все, один пуш ничего не сделает. Все, мы победили очередной раз. Очередной раз беспроигрышных побед у нас идет. 11 беспроигрышных побед. Вот судите сами, какие плюсы от такого вот набора. То есть, здесь, в принципе, очень много зависит от удачи, которая в плане... Так, возьмем еще один. Не хватило, да? Ладно, хотел слот еще один взять, но не хватило. Все зависит от удачи в появлении персонажей верхней вот этой линейки, чтобы обновить. Поэтому, в принципе, тут все зависит от удачи. Беспроигрышно мы 12 раундов прошли. Продолжаем дальше. Так, 6 моих против 5 вражеских. А минус 1. Так, у них минус 1. Акс мой лаз хочет умереть, но минус 2, 3, ой, ну все. Все мои шестеро живы. То есть, в принципе, я выбрал против вот этих всех игроков, которые вот слева, вот видите, у одного осталось 66 жизней, у меня 100. Как у него будет 0, этот игрок выйдет из раунда вот этого, из игры. Так, обновление прошло, нет, обновления не было. Ждем обновления. Так, кого выбираем? Кунку выбрать? Ну, да, можно кунку выбрать. А, воин. Броню усиливает. И наложить на цель безмолвие. А, у нас тут добавилось. Так, ну хорошо, давайте одного джагу добавим.
цикают они тут так. Ага. Так, раз, два. Я, наверное, все-таки слот еще прокачаю, а потом... Хотя нет, надо персонажа скачать. Ну ладно, смотрим. Как выбираем. Так, раз, минус ак у меня. Двое против шестерых. Шестерых. Один остался против троих. Один ак. Четыре моих персонажа. Все. Опять победа. Идем дальше. Ну, я могу вам сказать так, может все измениться, потому что игроки запасаются золотом. Вот видите, вот игрок, у него 41 золото сейчас, у этого вообще 60. Ну, я не знаю, в принципе, ребята, может быть, сейчас как закупится и все, и я сольюсь, будет окончание игры. Так, смотрим. Так, я что-то не понял, обновление было или не было? Ну ладно, наверное, обновление было. Вот такая вот игра. Так, БХ у меня есть? Есть БХ. Берем и возьмем еще. Еще больше, пока никого не будем брать. Смотрим. Так будет игра. Вот смотрите, у меня арк танкует, все на него напали. Да, что-то он быстро не убивает. Вообще, без вариантов. Противник слился моментально. Все мои практически живы, кроме танка. Так, сколько золота я получу? Так, здесь у нас уже два БХ, которые должны уже скоро обновляться. Так. Да, у меня самый по урону на первом месте стоит Блудсикер. Поэтому его и надо качать. Что дали 15 золота, покупать абсолютно некого. Все вот эти персонажи другого класса, других групп, поэтому мне они не нужны. Так, нету, вот Блудсикер, раз и все. Здесь вот так у меня появляется, становится двухзвездочный. Так, и добавим еще, наверное, вот Джаггер. Это очень лупами. И мощные. Так, Джаггер лег. Ну, тут тоже все надо. Все, победа. Поехали дальше. Еще один слот освободился. Персонажи говорят, возьми меня, возьми меня. Мы их брать не будем. Так, это вообще мне не подходит. Ну, что взять? Я вот прям, честно говоря. Так, что-то по убийце появляется вот свою цель. Я не знаю, так, перчатки, скорость, понятно, понятно. Давайте вот это сделаем. Скорость атаки. Поставим его на Джиггернаут. Пожалуй, так. 6. Так, кто у нас? Так, никого. Тут никого. Тут вообще по нулям. Ну ладно, все. А игрока какого? Джагу. Поставим Джиггернаут. Итак, у меня 7 персонажей. 7 персонажей. У всех игроков тоже практически по 6, по 7. Вот мы сегодня встали. Вот первое мое поражение. Первое мое поражение. К сожалению, я потерял 7 здоровья. Но спустился на второе место сразу. Так, это не есть хорошо. Вот, в принципе, такая вот игра. Я не буду вас мучить долгим ожиданием окончания этого раунда. Ну, я постараюсь, конечно, его выиграть. Но если не получится, что ж, такова судьба. Значит, не повезло. Спасибо всем за просмотр. Устанавливайте себе доту. Играйте и выигрывайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Мракобес. Всем пока.